И никто меня не воспринимал. И тогда один из уважаемых депутатов говорит: слушайте, уважаемые товарищи депутаты тогда, ну это будет, если мы даже примем решение, примерно 30-40 лет. А сегодня у него день рождения. Пусть он с хорошим настроением пойдет домой. Давайте примем решение. Вообще, организаторы хотят отойти от тяжелых концертов.